Васечка, а ты мой красивый мальчик. Кушай. Вася. Мам. Ты думаешь, я мам? Это Васечка. Васюкан. Всем хватит, успокойтесь. Настя. Да, Васе игрушечку подарили, да? Сейчас мы, Васечка. Сейчас мы хорошие. Идем вот на курицу, наша любимая. Любимое Васино блюдо. На улице Вася сегодня кушает в последний раз, потому что сейчас мы едем в клинику, сейчас мы будем обследоваться, и все, зимовать будем в тепле. Васек, ты хороший, кушай. Больше мы на улице жить не будем. На улице плохо, да, Васек? Наш Вася наконец-то уезжает домой. Вась, ну повернись, разбудили Васю. К маме Людмиле. Подумали, вот приняли решение. Замечательные слова у Ирины написаны на ее канале о том, что каждый может этот мир сделать и добрее. Только нужно, наверное, иметь желание, прежде всего, не придумывать какие-то отговорки, причины, по которым ты не можешь взять. И, конечно же, чуть-чуть, наверное, подумать о животном, а не о своем комфорте. Что ты хочешь, Вась? А? Что, в шифонер хочешь? Один раз залез в шифонер и все. Подсадить тебе надо. Давай. Васю, ну-ка давай Васю нюхай. Миш, где Вася? Вася, где? Где он этот? Васька, этот Васька. Это вот нам. На суп. Это Васьки с Мишкой. Курочка. Где Вася? Тут? Тут, мам.
Васька, пошли кушать. Это кто тут спит? Вот он, Вася, что ты? Вот он, Вася. Вот он, Васенька, вставай. Скажи, Васенька, вставай. Да ты куда на него навалился? Кто так будет? Вот так вот. По мягкому. Давай. Иди догоняй. Где Вася? Где Вася? Вася вон красивый сидит. Вася. Вася. Give me something better. I bet you do.